Так, и вот вы подпольно проникли в пещеру семи красавиц. Вот семь красавиц. Значит, это семь красавиц — это астрономические знаки, семь звезд созвездия Плеяд. Как раз вот здесь, в этой пещере, и находится тайна звездных врат. То есть здесь как бы символы разных созвездий. Эта пещера относится как раз к Плеядам. И отсюда находится переход, портал в созвездие Плеяд. Отсюда прямой контакт, выход на созвездие Плеяд. Вот эти семь женских символов и бык нарисован. А как же раскрываются эти звездные врата? Я вам по секрету открою. Еще древние пифагорейцы установили систему, такую систему, что через музыку, через музыкальные ноты, семь небесных сфер, музыка небесных сфер, и через звуки, вибрации открываются звездные врата, порталы, и надо просто знать код, как включать. И вот здесь вот этот инструмент, который, если его правильно подобрать, то откроется этот код, как в шифровых замках, да, в сейфах. Смотрите. Если вот сыграть определенную последовательность нот, дать ритм, то человек попадает в транс. И внутри него звездные врата находятся не в ней, это не какая-то скала, ничто. Это здесь у нас внутри находится этот переход, портал, раз через наше сознание. Происходит астральная проекция, выход души из тела, путешествие шамана в верхний мир. Как раз и попадаешь в созвездие семи Плеяд. Надо семь красавиц, семь нот.